Всем большой привет! Третий день пятидневного похудения с Юлей Смольной прошел. Вчера у нас была растяжка. Растяжка дается мне очень-очень сложно. Я вообще думала, что это будет такой отдыхающий день, но нет, растяжка была на, ну, ко всем мышцам разным был. На поперечный шпагат и на продольный шпагат. Шпагаты мне даются очень-очень сложно, поэтому я чувствовала себя не очень хорошо. Но к утру вся боль прошла, и мышцы уже совсем не болят, и сегодня я уже готова к четвертому дню. У нас будет занятие на попу. Так что попа будет завтра болеть так, что не сядешь. Так, и как обещала, идем взвешиваться. Так, значит, я встаю на весы и вижу. Сейчас. Сейчас я вам покажу, что я там вижу. Так. Смотрим. Сейчас как-нибудь переверну. Вот, ну, примерно вот так. Так, называю цифру, значит, вместе с телефоном я вешу 52 600. Значит, телефон у нас 350 где-то грамм, то есть где-то 52 килограмма. Но это при том, что я еще сегодня ела, и рацион питания я не поменяла. То есть я ем все то же самое, что и ела раньше. В принципе, за 2 дня похудела почти на килограмм. Это очень даже... За 3. Извиняюсь, за 3 дня похудела почти на килограмм. Буду продолжать в том же духе. Не обещаю, что буду после 5-дневки заниматься такой же интенсивностью. Нет, буду выбирать те упражнения, которые мне показались самыми эффективными, и заниматься до нужного результата. Но обязательно вам покажу. Ждите следующих отчетов на 4-й и 5-й день. На 5-й день будет взвешивание и измерение. Всем пока-пока.